Первая татарстанская медаль на Паралимпийских играх в Южной Корее. Марта Зайнуллина завоевала серебро в биатлоне. Для 27-летней Зайнуллиной эта медаль вторая. В Сочи она стала бронзовым призером в лыжном спринте. Экономить по-крупному предлагают российские разработчики технологий в сфере энергосбережения. Сегодня в Казани они представили свои идеи Рустаму Миниханову на специализированной выставке. Здесь умные лампочки, счетчики, домофоны и глобальные проекты модернизации предприятий. Сегодня среди специалистов высотных работ прошел этап республиканского конкурса «Высота безопасность». В соревнованиях участвуют 18 команд. Среди них представители Чувашии, Мариэл и Москвы.